Итак, дорогие друзья, у нас начинается суперквест. Александр подключает весы. Команда в сборе. Нас сегодня много. Что у нас происходит? Сегодня у нас будет по плану 3 операции. Операционная практически не готова. Кирилл сейчас только приехал, будет располагаться. Так что сейчас будем все подготавливать, готовиться и вперед. Так, сегодня все здесь. Добрый день. Это эндоскопия. Это эндоскопия, да, то я рассказываю всем. Я профессионал, просто знаю, да. Свет. Девчонки готовят. Все здесь. Кислород. Углекислота. Даша готова. Все обвелось. Каждый раз, выстрел. Когда стреляем котов, и так неприятно, но нужно обязательно стрелять по причине того, что можно и уколоть, но не всегда контролируешь, сколько ввелось, поэтому это очень важно. Главное дротик не профукать, чтобы не съело, потому что дротик нынче пятак, и еще его вести издалека. Ты моя девочка бедная, стрельная. Ты моя хорошая. Ложись. Как бы с Теслой нехорошо. С Тахой мы можем с вами думать. Как бы с Теслой, Теслой мы будем тут кормить. Ну, либо это помечать. Это, ну, как бы, это исключение места. Ну, это по-любому надо помечать, что это исключение места. Ложись, Павел, ложись. Нет, будет сопротивляться. Дышит, это смотрите. Я понимаю, она самая маленькая из всех будет? Да. Беда. Что? Висит. Ну, не висит. Сейчас, да? Они сейчас самые худые. Да, висит. Да, нет, они очень худые. Сейчас худые, сейчас, да? Вообще, прям, они, прям, они еще на нервах, все на разборках на своих, они прям все похудели. Есть, идем. Все, где у нас парни? А тут стоит, держи. Трогай там еще. И на весы сначала. Ну, Сергей Олегович, а что делать? Блин, круто. Ну, четко. 127. 127 минус 5 килограмм 120. Носилки. 120 килограмм, как я сказала. Все-таки Сергей Олегович не зря пользуется моей интуицией. Ой, ты боже, ты мой. Ну что? Ну, Кирюш, ну не собирайся, мы самое худое. Самое худое время выбрали мне. Давайте, дай мне. Подожди, я не тяни так сильно. Ага. Он маленький, убогонький, видишь? А что торчит? Это хрусталик? А, это тень. Нет, это тень торчит. Хрусталик там маленький-маленький, не случился. Это микрофтальм? Да.
Микрофтанг, да? Отвалили. Угу. Тигрилы почти отвалили. Микрофтанг, это что значит? Это врожденная. Реверсировать из наркоза, то есть выйти из него намного проще и быстрее, снимем ей интубационную трубку и пойдем работать с другой кошкой. Я так довольна покупкой этого датчика. Все, мы ввели антиседан, где через 5 минут должна будет интенсивно начать просыпаться. Мы экстубируем кошку. Интубационную трубочку изо рта и уходим, потому что дальше находиться с тигром небезопасно. С чем им? Конечно, у нас сейчас трасса не очень Дашки, осталась. Думаешь, иногда подвихивают за нее. Она длиннее, но она не толще. Там висел прямо, здесь такого особо нет. Ну, посмотрим. Это хорошо. Может, меньше разрезов. Будет на скотере, так сейчас сушу места наших лабораторных ран. Туда мы ставили два порта. Один порт ставился над трубочком, он используется для того, чтобы завести туда видеокамеру и все визуализирует в брюшной полости. А второй порт у нас был инструментальный. Мы туда заводили, заводили туда инструмент для того, чтобы работать в брюшной полости. Собственно, у нас было два. Один инструмент для того, чтобы что-то подержать, что-то подтянуть. А второй инструмент – это непосредственно биполярный коагулятор, который заваривает сосуды и создает пробочки на сосудах, чтобы они не текли, с обратной связью, которая нам сообщает о том, что он это сделал. Вот, соответственно, вот раз, вот два. Как все прошло? Все прошло хорошо. Эта кошечка меняется больше, чем предыдущая. Она стройненькая и не зафигурит. Она на спорте. Питоняшка. Легче не скинуть, знаешь, да, Валя? Ну что, потому что сзади легче бежать, потому что поток его отдыхает. Это уже оригинально. Это профессионально. Ну! Сейчас на очереди. У нас сейчас Тесла. Вот она только легла.
Сейчас мы проверим ее рефлексы, наденем ее шапочку и начнем работу так же. Что вы сделали? Кровь. Взяли кровь и сделали блокады. Сейчас привязываем кошку и начнем операцию. Ну, попробуй. Даша, ты перчатку протрешь это? Да. Потому что я не могу. Значит так, что мы сегодня сделали? Это тигрица Тесла, да? У нас тигрица Тесла. Тигрице Тесле мы провели лапароскопическую кастрацию двухпортовой техникой. Убрали мы яичники для того, чтобы она перестала всех доводить своими гормонами. И ей жилось намного лучше. Вот. Сейчас мы пытаемся ушить мышцы брюшной стенки, соответственно, которые мы повредили для того, чтобы доступиться в брюшную полость и поставить туда тракары. Они же наши рабочие порты, через которые мы подаем газ, чтобы создать пневмоперитонеум и, соответственно, немножечко подраздуть брюшную полость, чтобы было хотя бы что-то видно, потому что в нормальном положении там ничего, никакого воздуха нет, естественно, будет ничего не видно. Вот. И помимо этого можем подавать туда камеру, это обычно верхний тракар, который мы сейчас зашиваем, для того, чтобы что-то увидеть. Господи, что такое? Верхний тракар – это камера для того, чтобы что-то увидеть, и есть... И есть нижний тракар, соответственно, вот здесь он уже зашитый. Туда мы обычно вставляем рабочий инструмент, которым проводим, собственно, саму кастрацию. Чаще всего достаточно одного рабочего инструмента, называется он лигашу, либо любой другой биполярный коагулятор с обратной связью. Вот, он хорошо заваривает сосуды. Так, отвлекаюсь просто немножечко на видео. Он хорошо заваривает сосуды, составляет минимальную травму какую-то ожоговую,
и достаточно универсален. То есть у него есть лезвие в центре, которое сразу и режет, и, соответственно, может заваривать сосуды. Вот. На самом деле, по поводу сложности, сложность одна – это толщина, так сказать, жировой прослойки, которая мешает зашивать, мешает ставить порты, то есть приходится очень далеко доступаться, чтобы пробить эту жировую броню и доступиться уже до мышц передней брюшной стенки и поставить сам порт, сам тракар. Вот, в остальном все как обычно. Одновременно вместе с кастрацией во время общей анестезии посмотрели всем кошкам офтальмологические показатели, посмотрели глазное дно, оценили передний сегмент для того, чтобы знать, насколько у них все хорошо. У них, кстати, к счастью, все хорошо у всех троих. Даже несмотря на то, что у Тахи от рождения изменен один глаз, и он, к сожалению, не функционален. Но это, в общем, не мешает ей существовать комфортно. Держи, иди сюда. Не скромно. Заключительная кошка Тесла. Мы сомневались в том, что получится на нас или нет, хватит ли нам нашего оборудования, чтобы кастрировать такую большую кошку. Но у нас все хватило, все прошло штатно. Уже сделали препарат реверс и ждем, когда она проснется. Каталиныч привели смотреть лапу. Кирюш, да. Ты будешь лапу смотреть? Хорошо. Мне один. Кажется, за Паштом надо присмотреться к Александру Сидько. Да, директор. Вер. Получается, Саньку передаю навыки свои. Да? Нет, я сразу сказал, что зеленый костюм тебе лучше идет, чем он. Мне просто под глаза зеленый. Кольца? Да. Люба. Чего я такого? Ты опять котиков смотришь. Делаем рентген. Да, там типа крестик. Почему у меня вообще ощущение, что у пудря врачей больше участвуют, чем у больших котов? Это кажется. Это клубничное, оно же маленькое. Оно под цвет. Пудри, я сначала не понял, доверял, а потом как понял, вот что. Вы справитесь. Света, помоги им вчетвером. И тут музыка из Бенни Хилла.